Всем привет, дорогие друзья, с вами дядюшка Розен. В данном видео я покажу вам, что брать вторым скиллом после того, как вы взяли боль кармы. Думаете взять злой рог, молитву, небесный щит? Я скажу, конечно же, небесный щит, потому что он помогает в PvP, защищает от урона по области. Также его нельзя снять стигмой. Стигма — это скилл у мага. Фиолетовый скилл, очень хорошо проходит. Накладывает дебафы, плюс снимает обычный мистический щит, но если у вас будет небесный щит, то стигма его не снимет. Там лучники могут снимать, то у вас появится защита от магов. Ну, арбы вообще по себе они медленные, то лучники, маг могут его просто кайтить, стопать его хаосом, тьмой. И потом, когда стигма проходит, уничтожать, если у вас нет небесного щита. Возьмем злой рог, то злой рог, он тоже очень крутой скилл для PvP. Он превращает вашего соперника в нежить, и можно при помощи скилла, хоть она автобой, как бы, и она мобильная, но в этой игре, если PvP, у вас равный буст, нужно играть руками, чтобы был результат победы или поражения.